4К. И сегодняшнем на новом видео я буду проверять 5 новых мифов от моих подписчиков, которые написали мне в телеграм-канале. И если ты хочешь поучаствовать в следующей части, то пиши свои новые мифы мне в телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании. А также ставь лайк, подписывайся на мой канал. Ну а мы погнали! Если прилететь к логову Хаги-Ваги, то его можно убить с одного удара с новой базуки. Давайте этот миф проверим. Так, к логову Хаги-Ваги, как я помню, вроде бы туда. Все, давайте мы заспавним любой транспорт. Ну, я заспавню ракету, чтобы побыстрее долететь. Так, летим, летим, ребят. Так, быстренько летим. И главное, чтобы мы не перелетели и к нему спустились. Так, так, мы сюда, конечно... Так, так, все. У меня есть все равно джетпак. Подождите. А, вот он, вот логово. Так, быстренько к нему залетаем. И интересно, я уже взял новую базуку. Интересно, реально возможно его убить с одного удара или же нет? Потому что я не проверял, ребят. Так, ага, вот тот самый Хаги-Ваги, потому что я полчаса пытался это проверить. Так, давайте. Блин, я не попадаю. Ай, он меня убьет сейчас. Ё-моё, ребят. Давайте заново попробуем. Так, где у нас? Опять надо доехать. Мне кажется, наверное, что этот миф не рабочий. Все-таки я в него выстрельнул. И он бы никак на него не подействовал. Это. Так, давайте заново попробуем. Да, ё-моё, я врезаюсь. Так, все, едем, ребят. Быстренько доезжаем. И давайте еще раз попробуем мы это как бы проверить. Так. Все, мы летаем, потому что я сильно далеко, блин, отлетел. Надо заспавнить какой-то транспорт, скорее всего. Не, надо ракету какую-то заспавнить. Все, летим, ребят, быстренько к лову Хаги-Ваги. Давайте еще раз проверим. Так, попытка номер 2. Так, летим, летим, летим. Все, ребят, мы долетели. Давайте попробуем еще раз. Только давайте сейчас гранаты все повыкидываю. Интересно, гранаты до него доходят или нет? Так, главное быть аккуратным. У меня все равно джетпак есть. Ай, так, подожди, Хаги-Ваги тут? Или не? Не, ребят, этот миф не рабочий. Просто сквозь него проходит эта ракета. То, что этот миф не рабочий, погнали к следующему мифу. Если поставить один портал под карту Big House и зайти в другой, то под картой Big House будет второй пол. Давайте этот миф проверим. Так, я уже нахожусь на карте Big House, как вы видите. Теперь нам надо поставить вот такие порталы. Так, ставим один портал. Вот так. Ну что ж, раз, два, три, заходим. И нет, ребят, никакого пола второго нету. Хотя, посмотрите, может это он имел в виду пол. Хотя, если мы сейчас вот сюда залетим... то нет, ребят, мы залетели по ходу внутрь самого дома. Нет, ребят, нету никакого пола, этот миф не рабочий. Ну что ж, переходим к следующему мифу. И убить-то у него больше хп, чем у которого можно заспавнить. Давайте этот миф проверим. Так, давайте мы пойдем, призовем Cartoon Cat'а, идем в подвал, так... И по идее, да, он сейчас такой бах в игре Chicken Gun, он на потолке находится, да, ребят, он застрял в потолке, потому что я не знаю, что за бах, разработчик, пожалуйста, пофиксь. У меня версия Chicken Gun'а там, где Cartoon Cat, вот, ребят, вот сам Cartoon Cat, и давайте мы его постреляем. Давайте, раз, и два, и три. Я его убил с трех тычек. Ладно, давайте пойдем посмотрим на Cartoon Cat, которого мы заспавним. Так, давайте мы, наверное, поставим вот этого Cartoon Cat. Раз, и два, и три. Ребят, как вы видели, получается, что, ну, как бы... Миф можно назвать 50 на 50, потому что я их двоих убил с трех тычек, ребят. С трех тычек я двоих Cartoon Cat'ов убил. То, что это миф 50 на 50 рабочий. Ну что ж, переходим к следующему мифу. Зомби, режим одетым зомби. Зомби будут рядом с тобой кружиться на месте. Миф я еще не тестил. Да, мне подписчик написал этот миф, но он еще не протестировал, как это работает. Но, скорее всего, я догадываюсь, что этот миф не рабочий. Потому что мы игрок, мы заходим
в зомби-режим, но нас все равно может убить тот самый зомби. Потому что он так запрограммирован разработчиком, что любой игрок заходит на этот зомби-режим, и тот кровожадный зомби должен вас убить. Вот смотрите, сколько зомби за мной гонится так. А вот, они поднимаются, вот, ребят, даю им шанс убить меня. И вот, ребят, да, вы увидели, хотя я был одет, как они, но они меня все равно убили. Интересно, с калаша можно их убить? А, ну ладно. Ладно, этот миф не рабочий, переходим к концовке. Ну что ж, это видео уже подошло к концу. Кому понравился этот данный видеоролик, ставь лайк, подписывайся на мой канал. А если ты хочешь вступить мой телеграм-канал, тоже переходи по ссылке в описании. Я там отберу людей, то есть вы напишите мне свои мифы в моем телеграм-канале, и я отберу ваши лучшие мифы, и следующую часть я выпущу на 100 лайков. Тоже, если ты хочешь попасть в ролик, то есть написать свой миф и попасть в мой ролик, то ты должен вступить в мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Ну что ж, ребята, с вами был я, Rush24K. Всем спасибо, ну и всем пока.